Всем привет! Сегодня я хочу показать, как связать вот такого вот мишку. Связан он крючком из пряжи Yarnart Mink. Эта пряжа у нас 100% полиамид. Вот, смотрите, 50 грамм в мотке. 75 метров. Рекомендуют крючок использовать номер 6,5 и спицы 6-7 миллиметров. Я попробовала вязать крючком 6,5. Пряжа вот так вот выглядит, сейчас вам покажу. Вот. Но для вязания игрушек не подойдет крючок 6,5, потому что полотно получается рыхлое. И для игрушек это, конечно же, не подходит. Нужно более плотное вязание. Взяла крючок номер 3, но тогда вязать очень-очень сложно. Вообще из этой пряжи сложно вязать. И поэтому сразу предупрежу, что данный мастер-класс не для новичков. Если вы только начинаете вязать игрушки, учитесь, то лучше повяжите какое-то время, пока не поймете, что к чему, из обычной пряжи, либо плюшевой пряжи. Когда уже поднаберетесь опыта, то тогда сможете смело приступать к этому, к вязанию вот этой вот пряжи. Когда я вязала крючком номер 3, вот этим вот, то очень было сложно, петель абсолютно не видно, вязание тугое, в общем, связать было нереально. Потом я попробовала вязать в две нити крючком номер 6. Но полотно, конечно, было вязать намного легче, но полотно было тоже такое вот рыхлое, с дырочками, мне это не понравилось. Поэтому я пришла к выводу, что вот самый оптимальный вариант, и вот этого мишку я именно связала таким образом, крючком номер 5 и в две нити. Поэтому для вязания этого мишки нам понадобится 4 моточка пряжи. Используем мы где-то 3, но нам нужно вязать 2 нити, поэтому понадобится 4 моточка. Также нам понадобятся ножницы, крючок номер 5, иголка с ниткой, маркер, вот такая вот иголочка, если у вас есть, тоже пригодится, если нет, не страшно. Для глазок я использовала вот такие вот бусинки. Видите, они у меня, пришивала их. Не знаю, какой это размер. Вот смотрите сами. И носик у меня вот такой вот. Тоже размер не знаю, покупала просто в магазине. Там размер не был указан, просто на глаз посмотрела и пакет купила. Вот, ну, примерно посмотрите сами. Вот, так что еще раз повторю, что это вязание не для новичков. Если вы начнете вязать, можете расстроиться, потому что будет вязать непросто. Но если вы терпеливы и настойчивы, то пробуйте. Если не получится с первого раза, обязательно получится со второго, третьего, ну или так дальше. Ладно, давайте приступим. И вязать мы начнем. Предлагаю вам начать вязать с головы, чтобы немного привыкнуть к пряже, потому что вязать ножки и ручки будет сложнее. Там есть некоторые нюансы, о которых я расскажу в ходе вязания. Поэтому приступим с головы, чтобы вы просто привыкли к пряже. И дальше, я надеюсь, будет вам полегче. Так, начинаем вязать с головы. Как я уже сказала, вяжем в две нити, поэтому берем 2 моточка сразу. Две ниточки складываем вместе. И делаем первую петлю. Подхватываете 2 ниточки, крючок номер 5, помните, да? Сделали петельку, подтянули и делаем 2 петли воздушные вместо кольца амигуруми, потому что кольцо амигуруми затянуть будет очень сложно. И в первую петельку набираем 6 столбиков без накида. 1, вяжем как обычно, 2,
3, 4, 5 и 6. Вот такое вот кольцо амигуруми у нас получилось. Петелек не видно, но их видно, если присмотреться вот так вот сверху, видно цепочку из петель, но больше, конечно, здесь вязать нужно интуитивно. То есть сейчас нам во втором ряду нужно провязать 6 прибавок, все как обычно. Берем вот в первую петельку, провязываем 2 столбика без накида, это у нас одна прибавка. Во вторую петельку 2 столбика без накида. Вот это у нас вторая прибавка. Третья прибавка. Так, главное, не теряйте ниточки, чтобы всегда было 2 ниточки на крючке. 3. 4, 5 и 6. 6. Это мы провязали второй ряд. Третий ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. В конце ряда у нас 18 петель. Вот один столбик без накида провязали и ставим маркер. Обязательно ставим маркер, чтобы проверять себя. Так, тихонечко. Чтобы проверять себя. И всегда в каждом ряду считайте петли. В каждом ряду. Чтобы все было четко. Вот один столбик провязали. Следующую петельку вяжем прибавку. Это 2, 3. Следующую петельку 1 столбик без накида. Это 4. И прибавка. 5, 6. Столбик без накида. В следующую петлю это 7. И в следующую прибавку это 8, 9. 10, 11, 12, 13, прибавка теперь, 14, 15, 1 столбик без накида, 16, и остается 1 петелька до конца ряда, в нее делаем прибавку, и это у нас будет 17, 18. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, прибавка, и так до конца ряда. Вот один столбик без накида провязали, поставили маркер. И вяжем дальше. 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, и последняя прибавочка, это у нас 23, 24. Пятый ряд, 3 столбика без накида, прибавка. И так до конца ряда. Вот провязываю 1 столбик без накида,
ставлю маркер. Маркер я ставлю в каждом ряду, потому что петелек практически не видно. Чтобы не запутаться, ставлю маркер. Так, 3 столбика без накида, прибавка. Вот 3. Прибавка. Снова 1, 2, 3. Прибавка. 1, 2, 3. Прибавка. 1, 2, 3. Прибавка. Вот смотрите, здесь вот сверху петельки, видно. Видите? Вот петельку видно. Просто будьте внимательны, и у вас все получится. 1, 2, 3. Прибавка. И последний раз. 1, 2, 3. Прибавка. Следующий ряд, 6, 4 столбика без накида, прибавка. Когда снимаете маркер, сразу же запоминайте эту петельку и в нее вставляйте крючок, провязывайте первую нашу петлю. Провязывайте и ставьте маркер. 4 столбика без накида, прибавка. 1, 2, 3. 4 и прибавка. Снова 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3. Так, 2. Потеряла там одну ниточку, поэтому аккуратно надо. 3, 4. Прибавка. Следите, чтобы у вас всегда было 2 ниточки на крючке. Прибавка. 1. И всегда считайте. 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И 1, 2, 3, 4. Так. Потеряла снова нитку. 4 и прибавка.
Это мы закончили шестой ряд. Седьмой ряд, 5 столбиков без накида, прибавка. И так до конца ряда. 5 столбиков без накида, прибавка. Вот запоминаем, где у нас маркер был. И в ту же петельку вот начинаем пятый ряд. Одну петельку провязали, маркер ставим обязательно. Потому что какие бы вы ни были профессионалы, с этой пряжей лучше не шутить. 2, 3, 4, 5, прибавка. Один, два, три, 4, 5, прибавка. Седьмой ряд довязали, теперь восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый ряд провязываем по 42 столбика без накида. То есть 4 ряда, 8, 9, 10, 11, без изменения в каждую петельку по столбику без накида. 42 столбика без накида. Рекомендую вам после каждого ряда ставить маркер и считать петли в каждом ряду. Вот считаете от 1 до 42, 4 раза. Потому что если вы вдруг где-то петельку пропустите, у вас станет меньше петель в ряду, и потом получится совсем не то, что я вам показываю. Еще такой момент, что вяжете, допустим, вы, да, там 41 петлю провязали и смотрите, что у вас в конце ряда уже нет петельки, 42 петлю уже провязать не получается. Не распускайте весь ряд, просто провяжите в последнюю петельку эту 42 петлю, как прибавку сделайте. И идите дальше, внимательно просто вяжите, чтобы такого больше не повторялось. Но я рекомендую именно не распускать полотно, потому что вы больше еще запутаетесь. В самом вязании, вот в итоге уже в изделии, этого заметно не будет. Поэтому сэкономите и время, и нервы. Просто провяжите эту петельку тут же, сразу, когда ее потеряли, и идите дальше. Вот, еще момент, что сейчас мы провяжем уже самостоятельно, каждый провяжет 4 ряда, и будем дальше делать убавки уже вместе. Что хочу сказать, смотрите, вот это у нас вообще изнанка, а вот это вот лицевая. Но как вы видите, что здесь не такая пушистая сторона, изнанка более пушистая. Поэтому вяжу я вот так вот, то есть я изделие не выворачиваю. То есть изнанка у меня получается как лицевая. Я просто беру вот эту вот начало нашего вязания, вот эти ниточки, прячу вовнутрь уже на этом этапе. Вот, чтобы не было у нас здесь ничего. И вот это по итогу у меня будет лицевая сторона. Ну, я вам все покажу. То есть просто эти ниточки сюда вот перетяните. И вяжем с 8 по 11 ряд по 42 столбика без накида. Вяжем самостоятельно и потом встречаемся. Довязала я 11 ряд. Вот то, что я говорила, наша изнанка более пушистая. И вот это вот вообще лицевая сторона.
Поэтому мы просто будем как вязать вовнутрь, выворачивать не надо, а как вовнутрь вяжем. Немного неудобно, но пока я другого решения не нашла. Так, 12 ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Провязываем 1 столбик без накида, маркер ставим. И до конца ряда нам нужно провязать 5 столбиков без накида, убавка. Так, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Убавку я делаю вот так вот в петельку, в следующую протягиваю ниточку и в следующую петельку. То есть в 2 петельки ниточки протягиваю, у меня 3 петли на крючке. И провязываю их. Дальше. 1. 2. 3. 4. 5. Убавка. В одну петельку протянула ниточку, в следующую петельку протянула и 3 петельки одним махом провязываю. И так до конца ряда. Следующий ряд 13, 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Маркер пока убираем, провязываем 1 столбик без накида. Снова его ставим. И до конца ряда 4 столбика без накида, 1 убавка. 2, 3. 4. Пока выверну, чтобы было удобнее вязать. Убавка. Один. Два. Три. Четыре. Убавка. И продолжаем до конца ряда. Следующий ряд 14. 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 1 столбик провязали. Маркер поставили. Два. Три. Убавка. Один. Два. Три. Убавка. И до конца ряда также все. В 15 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. До конца ряда. Как всегда, провязываем 1 столбик без накида, ставим маркер. Один, два, убавка, один, два, убавка, и так до конца ряда.
Здесь обязательно выворачиваем все-таки. Вот это у нас была лицевая сторона, но она у нас будет сейчас изнанкой. Вот. Изнаночная сторона, она более пушистая и красивая, как по мне. Так, следующий ряд, это у нас 16-й, вяжем 1 столбик без накида убавки и заканчиваем вязание убавками, пока не закроем наш круг. На этом этапе, вот прежде чем вязать 16-й ряд, вот эту ниточку я сейчас вытащу, чтобы они не потерялись, и добавлю холофайбер. Добавлю холофайбер уже так хорошо. Почти полностью набью голову. И потом буду заканчивать. Снимаем маркеры, вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. Здесь, конечно, будет немножко сложнее вязать, но все получится. Провязываем вот 1 столбик наш, ставим маркер. И до конца ряда столбик без накида, убавка. Видите, эти петельки, их в принципе видно. Все время трогаю эту подставку. Не совсем удобно это вязать на камеру, потому что и так петелек практически не видно. Еще и далеко от глаз находится, ближе к камере. Поэтому вот так вот и получается. В общем, ребятушки, давайте самостоятельно вязать, потому что здесь уже сложнее пошло. И так, простите, что у меня дергается камера, просто я пытаюсь сама увидеть эти петельки, поэтому подношу очень-очень близко к себе, ну и камеру задеваю. Так, тихо-тихо. Так, и заканчиваем убавками, добавляем холофайбер сюда. Маркер уже можно убрать. Он нам, в принципе, не нужен. Просто заканчиваем, пока у нас не сомкнется круг. Добавляем холофайбер еще, чтобы было более плотное. У нас более плотная голова. И заканчиваем убавками, пока не закроем круг. Все. Дальше будем вязать мы мордочку.
Сейчас я это закончу убавками и покажу вам, что получилось. Так, вот голова наша. Пушистая, красивая. Сейчас давайте свяжем сразу мордочку и оставим. Так. Все то же самое. Берем две ниточки. Складываем их вместе. Оборачиваем вокруг пальца. Пятый крючок. Ничего не изменилось. И делаем петельку и еще две воздушные петли. В первую петлю набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Во втором ряду 6 прибавок. Один. Два. Три. Четыре, пять, сейчас ниточки подтяну, и 6. Третий ряд, 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. В конце ряда 18 петель должно получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Последняя прибавочка 17, 18. Следующий ряд, это четвертый. 2 столбика без накида и прибавка. И так до конца ряда. В конце ряда 24 столбика без накида. 1, 2 и прибавка. Это у нас 3, 4, 5, 6 и прибавка. 7. 8, 9, 10, прибавочка 11, 12, 13, 14, прибавка 15, 16, 17, 18. Прибавка 19, 20, 21, 22 и прибавочка последняя 23, 24. Так, и еще один ряд, пятый, это просто провязываем в каждую петельку по столбику без накида. 24 петельки нам нужно провязать. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Делаем соединительный столбик. Обрезаем ниточку. Вытягиваем ее, затягиваем. Опять же, вот это вот у нас лицевая сторона, но она более облезлая. Здесь все гораздо красивее, поэтому вытягиваем эти ниточки, как я вам уже показывала при вязании головы. Вытянули их туда, вовнутрь. И вот такая вот мордочка у нас готова. Потом ее пришьем. Так, давайте тогда, раз мы уже головой занялись, давайте сразу свяжем ушки. Для ушек все то же самое. Две ниточки, пятый крючок. Сделали петельку. И две воздушные петли. В первую петельку набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду 6 прибавок. Так, вот 1, 2, 3, 4, 5. Четыре, пять и шесть. В третьем ряду 12 прибавок. В каждую петельку прибавку делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И два ряда, четвертый и пятый ряд, провязываем по 24 столбика без накида. Вот сейчас у нас тут по кругу 24 петельки. Их провязываем два ряда без изменения в каждую петельку по столбику без накида. 1, 2, 3. Все время считайте каждый ряд. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. Закончили столбиком соединительным. Ниточку обрезали, вытянули. Все как обычно. Опять же, с изнаночной стороны у нас это будет лицевая. Достали эту ниточку. Тут ее подтянули хорошо. Можно как-то еще дополнительно закрепить, как хотите. Вот такое у нас ушко. Мы его сложим пополам. И потом пришьем мишки. Вот так вот. Таких ушек нам нужно 2. Поэтому еще одну вяжите самостоятельно, чтобы было 2 ушка.